привет, ну вот, я обещал, что напишу. Прости мои ошибки и молчание в вечность. Я все теперь сейчас подробно расскажу. Ведь совершенно невозможна наша встреча. Пусть за окном метель ведет свои бои, а в доме тихо, и часы пробили полночь. И не хватает мне лишь добрых глаз твоих. И совершенно молчит, не слышу я твой голос. Всегда с тобою.